сегодня рубрика о том, как интересно носить стандартный брючный костюм, тем более вот такого базового бежевого цвета. Я предлагаю добавить яркость. У меня яркий топ и яркие сандали. Очень классный, на мой взгляд, получился вот такой вот образ без абсолютного акцента на талии. То есть здесь у меня вот такой свитшот боди и сверху пиджак. Такая интересная многослойность и классный образ. Еще один образ, который отсылает нас, несомненно, в тему спорта. У меня здесь белье и, видите, как все в тон. Все резиночки торчат, это такой сегодня тренд. Поэтому вот такой способ я предлагаю вам еще. Также можно использовать тельняшку и применять ее в различных приемах. Так или так. Завязала на поясе, подчеркнула талию и создала интересную многослойность. Мой образ хочется разглядывать. Еще один интересный вариант. Просто надеть футболку базовую и в качестве акцента на талию добавить баску. Сверху у нас пиджак и такие деловые сандалики. В данном образе я поиграла с обувью. Сделала так называемый акцент в области ног. Завязала шнурочками от босоножков свои брючины и в тон добавила поло. Такой вот стильный образ.